Американцы думают об американцах, и это нормально. Америка поддерживает Израиль не потому, что между Рейганом и Шамиром любовный роман. Америка поддерживает Израиль из собственного интереса. Вот как называется эта игра. В мире нет друзей и союзников, есть только интересы. Рейгану нужен в этом регионе сильный антисоветский союзник. У него есть выбор – Израиль или Оман. Настало время перестать вести себя как бедняк из гетто, как будто нам оказывают милость. Израиль заслуживает того, что имеет. Кто опробовал за американцев самолеты F-16 в реальных сражениях в Ливане и затем сообщил о проблемах с ними? Мы. Сколько это стоило? Кто вывел из строя советские противовоздушные ракеты и затем сбил 81 сирийский самолет без единой потери? Кто захватил первый советский танк Т-72 и показал его ЦРУ? Сколько все это стоило? Если все это ничего не стоит, не давайте нам ни копейки, но и вы от нас ничего не получите. Если это чего-то стоит, тогда давайте нам деньги как партнеры и прекратите распускать слухи.